Добрый вечер, дамы и господа, девочки и мальчики, бабушки и дедушки, а впрочем, добрый вечер, друзья. И в эфире Первого Балтийского музыкального канала программа «Звездолет». И с вами сегодня я, Вова Азаров. Ну, а мы с вами рассмотрим самые популярные новости минувшей недели. А начнем мы, как всегда, с афиши, где вы узнаете, что происходит в нашей маленькой, но гордой стране и куда пойти за небольшим допингом культуры. По осеннему асфальту разбегались жемчуга. Это будущий февраль так обозначил берега. 18 февраля в Доме Конгрессов состоится юбилейный концерт Павла Кашина «15 лет в Риге». Билеты в кассах цирка, Дома мебели и Билишу сервис. Павел Кашин. 18 февраля 18:00 в Доме Конгрессов. Живой, интерактивный, с легким юмором и оставляющий чувство ностальгии и теплоты на сердце и душе. 24 февраля в Доме Конгрессов состоится настоящий концерт-представление оркестра Гленна Миллера под управлением выдающегося музыканта Уилла Салдена. В Риге они выступят с программы «Evergreen in Swing». Снова в Риге. Михаил Казинник. 27 февраля в Доме Конгрессов лекция-концерт «Безумные грани таланта. Рассуждения о гениальности». Что это? Уникальная болезнь или высшее знание? Проклятие или дар? В концерте примут участие молодые исполнители. Стань лауреатом конкурса «Восходящие звезды» и у тебя есть шанс выступить вместе с Михаилом Казинником. Запись на прослушивание по телефону 27-533-566. Посвящение женщинам и любви. Фрэнсис Гойя с новой программой «Woman in Love». 9 марта в Доме Конгрессов предлагает Life Music Agency при поддержке СВХ+, Паста и Гару, ТВ-нет, Бизнес и Балтия, ЛМТ, Телеграф, Макабулс, Виджус и партнеры. Билеты в кассах Билишу сервис. Мамы, папы, бабушки и дедушки! Дни школьных каникул с 12 по 18 марта. Лучшие детские спектакли Санкт-Петербурга. На сцене Рижского русского театра. «Волшебник изумрудного города», «Прогулки с Винни-Пухом», «Волшебное перышко», «Страсти по каштанке». Билеты уже в продаже. Рижский цирк приглашает всех на новую грандиозную программу мирового цирка «Большой звездный аттракцион. Американские бизоны». 24 марта. Арена Рига. Ассоциация WFCA и TM Security представляют TM Fighting Grand Prix. Профессиональные бои по боксу, кикбоксингу и MMA. 24 марта. Арена Рига. TM Fighting Grand Prix. Билеты в кассах Билишу сервис. Дальше в сценарии у меня написано, что амурчики отыграли на своих маленьких флейтах. Но я думаю, что они отыграли не только на своих маленьких флейтах, но они отыграли уже и на скрипках, и на более серьезных охотничьих инструментах, как лук и стрелы. Итак, 14 февраля – День Святого Валентина или День всех влюбленных, где люди собираются вместе для того, чтобы сказать слова любви, помириться или даже сделать предложение. И именно о последнем наш следующий сюжет. В День Святого Валентина на авторадио состоялось подведение итогов самой романтической акции «Осуществи мечту. Предложи руку и сердце». В ходе акции авторадио рассматривал различные предложения тех, кто мечтает вступить в брак. От радиослушателей было получено огромное количество самых невероятных сценариев, как можно сделать предложение руки и сердца. И вот 14 февраля стало известно имя самого большого романтика в Латвии. Им стал... Гой, Андрей. Мы не смогли пропустить это событие и отправились на встречу с Андреем, который уже активно готовился ко встрече с любимой Эвелиной. Эвелина работает на заправочной станции, куда и был доставлен транспорт настоящего принца – конь. Принцессу быстро подготовили к встрече. Кульминацией всего мероприятия стало, конечно же, предложение руки и сердца. Дорогая Эвелина, мы с тобой знакомы уже 7 лет. За это время
Я узнал все самые лучшие качества твоего характера. Я готов посвятить тебе всю свою жизнь, так как ты у меня самая умная, самая добрая, самая заботливая, ласковая, нежная. Хочу каждый день дарить тебе праздник и быть с тобой навеки вечно. Андрей. Выходи за меня, дам. Я не слышу. Я! Ну что же, романтики, похоже, Андрей и Вилина хороший пример для подражания. Любите друг друга. Любите друг друга, да, и не забывайте мечтать. Продолжайте мечтать и надеяться, и тогда все у вас получится, все будет хорошо. Спасибо вам. А в продолжение нашей любовной темы я зачитаю те поздравления, которые вы, наши дорогие телезрители, оставили в интернете на звездолет.лв. Итак, первое поздравление посвящается нашим ведущим. Поздравляю ведущую Олю Соловьеву, Владу Королеву, корреспондентку Аню, корреспондентку Элину, а также ведущую анонсу Таню с Днем Святого Валентина. Пусть мое поздравление пробудет в вас все самое любовное и сокровенное. Ну что ж, дорогие соведущие, я надеюсь, что вы, может, догадываетесь, кто вам такое пожелал, и пусть действительно это пожелание пробудет в вас те самые замечательные чувства любви. Ну, а дальше у нас есть поздравление от неизвестного также человека, и это поздравление в виде стиха. Капают слезинки, задрожали пальцы. Нету Валентинки, ах, он сволочь Мальцев. Но читаю строки и вдруг понимаю, вот же Валентинка, Женькина, родная. Ну что ж, это, наверное, поздравление нашим операторам и оператору Жене. Так что, Женя, мы тебя тоже поздравляем с Днем Святого Валентина. Ну, а я присоединяюсь также ко всем поздравлениям. И, дорогие девушки, женщины, а также и сильная половина человечества, любите друг друга и будьте любимыми. И тогда все у нас обязательно будет хорошо. Дорогие друзья, а сейчас немного о грустном. Вся мировая общественность и многочисленные фанаты певицы Витни Хьюстон до сих пор пребывают в шоке от известия ее смерти. Мы также плачем вместе с вами, так как мир потерял огромный талантище. Ну а более подробно об этом печальном событии в нашем следующем репортаже. Февраля мир облетела новость, повергшая в настоящий шок миллионы любителей музыки. Легендарная певица Уитни Хьюстон около 4 часов утра была обнаружена мертвой в своем номере отеля Беверли Хилтон. Уитни Элизабет Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в городе Ист Ориндж, штат Нью-Джерси, США. В детстве пела в церковном хоре, но свой путь на вершину музыкального Олимпа она начала с сингла «Hold Me», который почти с первых нот стал участником топ-50 США. В 1987 году получила свое первое Грэмми. За всю свою карьеру певица успела получить более 400 с лишним всевозможных музыкальных наград и премий. Плюс ко всему, Уитни записала также 3 саундтрека к фильмам «Телохранитель», «В ожидании выдоха» и «Жена священника». Артистка не только спела в этих фильмах, но и сыграла в них главные роли. Также Хьюстон снималась в эпизодах нескольких сериалов и кинокартинах, в том числе и в роли самой себя.
Однако, несмотря на свой звездный статус, семейная жизнь у певицы не заладилась. Она сопровождалась разнообразными сплетнями и пикантными подробностями, которые с удовольствием смаковала желтая пресса. Так, достоянием общественности стало известие, что муж Уитни Хьюстон, вокалист из группы New Edition Бобби Браун, частенько поколачивал свою знаменитую супругу. Кроме того, все чаще певица попадала в неприятности, связанные с алкогольной и наркотической зависимостью, часто опаздывала на интервью, фотосессии, репетиции, отменяла концерты и появления на ток-шоу. Иногда сами организаторы были вынуждены отстранять ее от участия в различных мероприятиях. Несмотря на лечение пагубных привычек, разговоры о наркозависимости не утихали до конца жизни певицы, которая прервалась 11 февраля в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе накануне вручения премии Грэмми. Уитни Хьюстон должна была выступать на музыкальном марафоне в канун церемонии. Шоу должно продолжаться, как пел в свое время Меркьюри. Организаторы 54-й церемонии Грэмми решили в последний день полностью поменять сценарий мероприятия и посвятить его легендарной певице. Первым под аплодисменты зала прозвучал хит Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Память певицы почтили молитвы и минуты молчания. Похороны легенды популярной музыки и актрисы пройдут на ее родине, в городе Ньюарке, штат Нью-Джерси, в эту субботу. Ну что ж, никак не хочется заканчивать нашу передачу на таком грустном событии. И я вас приглашаю развеяться вместе со мной и посмотреть подборку самых интересных клипов прошлого года. Внимание на экран! Открывается наш топ группы «Градусы», которая добилась заметных успехов в прошлом году с песней «Голая». Необычный и забавный текст, запоминающиеся мелодии и более чем оригинальный клип. Все это сделало «Голую» настоящим событием в мире российской музыки. Группа «Серебро» со своей мамой Любой удобно обосновалась не только в машине, но и на нашей 9-й строчке. По словам девчонок, клип был снят экспромтом, они по-честному ехали в бассейн, только что получив на CD свою новую песню, которая подняла им настроение настолько, что они решили поприкалываться для себя. Максу Фадееву прикол понравился, и он сделал видео официальным клипом и не прогадал. Только за первые 4 дня просмотров на YouTube было более 280 тысяч, что невероятно круто. На 8-й строчке двукратная лауреатка Грэмми 2009 в категориях «Лучший артист» и «Лучший поп-артист» певица Адель. Она буквально сокрушила чарты со своим лид-синглом «Rolling in the Deep». Песня получила восторженные отзывы критиков и, соответственно, неплохо показала себя в чартах, заняв первое место в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Швейцарии. Седьмое место мы отдали группе Black Eyed Peas. Песня «Just Can't Get Enough» стала одним из главных гимнов в поддержку пострадавшим от цунами землетрясения в Японии. Группе невероятно повезло, они закончили работу над клипом буквально за неделю до этих трагических событий, поэтому песня была посвящена всему японскому народу. На 6-м месте расположилась лучшая исполнительница 2011 года Вера Брежнева и Дан Балан, покоривший нас оглушительными английскими хитами. Вместе они создали шедевр под названием «Лепестками слез». С главной мыслью – ради любви к женщине мужчина способен на многое. Удивительно то, что запись трека шла отдельно друг от друга в разных уголках планеты. Она на Украине, а он в США. I love you like a love song, baby.
Пятое место мы захотели отдать молодой красивой звезде сериалов, а теперь и певице Селене Гомес и ее жизнерадостному клипу «Love You Like a Love Song». Японцы, хиппи, розовая мечта, красивые наряды, какого только разнообразия нет в клипе у звезды. Кстати, там еще должны были быть и лошадки, выкрашенные в розовый цвет, но общество по защите животных возмутилось, и эту сцену пришлось вырезать из клипа. And it feels like I've been rescued. Hey, you might think. На четвертой строчке заслуженно, на наш взгляд, расположилась до сих пор актуальная Бритни Спирс. Казалось бы, лучшие ее хиты отгремели 10 лет назад. Но нет, Hold It Against Me определенно не отличается старомодностью. Хотя реакция критиков была очень неоднозначной. Кто-то хвалил, а кто-то говорил, что более скучной и предсказуемой песни в карьере Спирс пока еще не было. Бронзовый приз отхватила прекрасная Риана, которая продолжает находиться на волне успеха. Оригинальной манерой и драйвовым ритмом S&M она очередной раз порадовала своих слушателей, особенно Австралии. Там песня завоевала статус платиновой. На второй строчке Бейонсе со своими африканскими мотивами и футуристической музыкой. Кстати, клип «Round the World Girls» был снят всего за 3 дня в пустыне Мохаве, что в Калифорнии. Сама певица признается, что влюбилась в свою песню с первой минуты, что обожает смешивать в своем творчестве разные культуры и даже эры. Итак, первое место. Первое место рейтинга 10 лучших клипов звездолета досталось Леди Гаге. Изящные каблуки, на которых она вот уже который год сбирается на вершины всевозможных чартов и не думают ломаться. Но хит провокационной певицы Born This Way стал настоящим фурором на поп-сцене, заводной волной пройдясь по хит-парадам и плейлистам меломанов. Есть стиль, есть жизнь. Салон красоты Строгановс. Интернет-магазин цветов www.flowersregal.v представляет широкий выбор изысканных букетов высшего класса с доставкой по всей Латвии. Сделайте сюрприз дорогому вам человеку. www.flowersregal.lv. Ну что ж, как вы видите, наша программа подходит к концу. И смотрите нас в следующую среду, как, в общем-то, и еще через среду. Самое главное, что вам надо запомнить, это среда, 10 вечера. Ну, а мы прощаемся с вами, и я желаю вам хорошей солнечной погоды, и пусть у вас все будет зашибись. Пока. Барабанил от начала до конца. Ну, почти, да. Оно пришло вдохновение, просто видишь... Здесь немножко другая роль. Когда ты работаешь вживую, это веселее и легче. Ну, по общению, а здесь ты видишь камера. Не хочешь половину коктейля выпить? Я покажу, что уже передача подошла. Ты бы еще не хочешь, чтобы передача действительно подходила к концу? Давай. И еще чуть-чуть. Ура!